О музыке. Яркий самобытный стиль и исключительно русский характер. Так коротко можно сказать о творчестве нашего земляка, народного артиста СССР Георгия Свиридова. 16 декабря, со дня его рождения, исполнится 100 лет. В преддверии этой даты в регионе открылся 16-й музыкальный фестиваль имени Свиридова. В юбилейный год он станет самым масштабным за всю историю. В программе 10 уникальных проектов. Первый прошел 26 октября. Торжественно открыли фестиваль хоровые коллективы Курска, солисты и симфонический оркестр Курской государственной филармонии. Патриотическая идея в каждом произведении, в каждой написанной ноте. В свой юбилей Свиридов снова с нами. Его музыка пропитана жизнью, природой и ощущением мира. Вот «Метель» закружила в танце пары, а в исполнении сводного хора знаменитые курские песни. Это практически повторение того единственного концерта, который 45 лет назад провел сам Георгий Васильевич. Я когда исполняю это произведение, да, мне представляются российские просторы, мне представляются жители нашей многогранной родины, мне представляются вот юноши, девушки, они любят, они встречаются, они живут. И вот наша самобытность, именно российская, в музыке Свиридова, она необыкновенно выражается. Суровым и серьезным Свиридов был не всегда. Детский хор познакомил с музыкой, написанной на слова Агнии Барто. А это уже поэзия Пастернака, которая легла в основу кантаты «Снег идет». «Лесной ручей, питаемый безвестными подземными ключами», так говорил о нашем земляке его коллега и современник Валерий Гаврилин. Будь то усталый путник или случайный прохожий, каждому этот ручей доставит нечаянную радость и напоит влагой, какой они не пили ни в каком другом месте. Так ли это, куряне узнали из первых уст, Свиридов говорил на протяжении всего концерта. Это и его размышления о творчестве, о вдохновении, и даже съемка, в которой он рассказывает и обращается к курянам. Говорит о себе и о своем детстве. Мне кажется, что он станет ближе к нашим зрителям, к землякам. Следующее сближение с великим композитором запланировано на 8 ноября. Концерт пройдет в филармонии. Ирина Шашкова, Андрей Зарубин, телеканал «Семь».